Украины, Путин оказался прав. И на СМИ, Россия. 15 мая 2018 года. Владимир Путин в минувший понедельник в очередной раз принял президентскую присягу, продлив срок узурпации власти в России. Я говорю узурпации, подчеркивает автор Нового Времени, 10.05 поскольку честных выборов в этой стране давно уже не было. Реального оппозиционера Бориса Немцова при молчаливом согласии Путин убили прямо под стенами Кремля. Алексея Навального, способного составить Путину конкуренцию, к выборам просто не допустили. Примерно то же было и все прошлые разы. Поэтому можно смело говорить, что Владимир Путин и его люди, это и есть самая настоящая криминальная хунта. Захватившая власть в Российской Федерации, как и полагается, узурпатором, они душат свободу слова, вторгаются на территорию соседей и силой уничтожают любые проявления недовольства внутри страны. Российский президент Владимир Путин оказался прав, когда называл Украину недогосударством, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон. К сожалению, Путин прав, говоря, что Украина не до государства. Потому что мы не видим сильной вертикали. Мы не видим проявления государственной власти там, где государство должно себя проявлять. Мы не видим заботы государства о гражданах. Это то первое, с чего должна начинаться государство, сказал журналист в интервью телеканалу 112 Украина. При этом Гордон сказал, что Украина и вовсе может развалиться на несколько кусков. И то, что мы глазом не успеем моргнуть, и от Украины не успеет остаться несколько кусков, и то, что мы ничего не сможем с этим сделать, это вполне возможно, цитирует Гордона главред. 12.05 день. 08.05 Кроме этого, история уже давно расставила все надлежащие акценты, социально, экономически и, в конце концов, Политически победу в войне одержал не сталинский СССР, а цивилизованный мир. И достижения побежденной Германии по сравнению с победителями свидетельствуют сами о себе. Однако этот кремлевский сверхагрессивный концепт Великой Победы активно навязывается сейчас не только Западной и Центральной Европе. Примеров тому достаточно, и тревожно, что далеко не всегда на это реагируют только маргиналы но и циркулирует по Украине. Когда я в очередной раз сталкиваюсь с празднованием победы в Великой Отечественной войне в России и аннексированном Крыму, всегда задумываюсь над тем, понимают ли участники мероприятий, в какую бездну цинизма они попадают на каждом празднике. И как каждая новая годовщина превращает память о жертвах и битвах Второй мировой войны в бесовский карнавал, считает Авнор Главреда. 10.05. Люди, которые идут с портретами своих близких по улицам российских и крымских городов, должны понимать, больше всего их родственники не хотели новой войны и ненависти. По большей части, это были простые люди. Не мифологические герои, которые умирали с именем Сталина на губах, их после войны создала советская пропаганда, а обычные люди волею истории оказавшейся в кровавой мясорубке. И эти люди не хотели повторения войны, какими бы ни были их идеологические воззрения. Советская фраза «Лишь бы и не было войны», которую знает каждый, кто жил в СССР или общался с его гражданами, родом оттуда. Подмена фразы «Лишь бы не было войны» на фразу «Можем повторить». Это трагическое изменение сознания целого общества. Настоящий плевок в прошлое. Мы упиваемся интеллектуальным превосходством над россиянами, потому что можем обругать советских военачальников или поиздеваться над легендой о 28 панфиловцах. Но при этом практически никто из нас не слышал о голландском адмирале Дармане, отказавшемся покинуть свой тонущий флагман во время драматического сражения в Яванском море. Или о битве за Алиутский остров Ату где американцам удалось взять в плен только 28 японских военнослужащих, остальные две с половиной тысячи полегли в ожесточенном бою, сопротивляясь до последнего. Этого театра Второй мировой войны не существует ни для российских апологетов Великой Отечественной, ни для наших поборников Великой Неотечественной, говорится в материале Украинской правды, 08.05. Разумеется, речь не идет о том, что каждый продвинутый украинец обязан быть экспертом по военной истории ха века. Но Вторая мировая и Великая неотечественная, лишь частный случай, иллюстрирующий более широкую и важную проблему. Это пример цивилизационной альтернативы, перед которой стоит наше общество. Пока россияне хвастаются ударными темпами стройки Крымского моста и прогнозируют даты его открытия, украинцы думают, что будут делать с сооружением оккупантов после возвращения аннексированного полуострова? Ведь в том, что этот день наступит, ни у кого нет сомнений. В этой связи обозреватель 08.05 решил узнать, какие варианты действий рассматривают наши читатели и допускает ли вообще возможность использования того, что построил враг на захваченной территории, согласно проведенному опросу. 41% респондентов предложили сделать его платным для россиян после деоккупации Крыма. Еще 32% высказались за самый радикальный путь действий – взорвать его, чтобы оборвать все связи с Россией. Еще 25% допустили возможность использовать мост по его прямому назначению. Крымский, он же Керченский мост, одну из самых скандальных строек века как гордо называет этот амбициозный проект в России. Президент РФ Владимир Путин анонсировал сразу же после аннексии Крыма, в марте 2014 года. Общая стоимость проекта составляет около 228 миллиардов рублей, или почти 4 миллиарда долларов. Причем эта сумма постоянно росла с начала строительства, сообщает сегодня, 09.05. Таким образом, в среднем на 1 метр Крымского моста в среднем будет потрачено около 209 тысяч долларов. Эксперты неоднократно предупреждали о высокой вероятности проседания опор Крымского моста. И хотя в официальных сообщениях с российской стороны не говорится о проблемах со строительством, блогеры, журналисты и местные жители неоднократно замечали то трещины в опорах, их проседание. Режим Владимира Путина все еще хочет пробить сухопутный коридор в оккупированный Крым через Мариуполь и другие украинские города. Вместе с тем, причины обострения войны на Донбассе, это смена АТО на операцию объединенных сил. Попытка боевиков и войск РФ выявит позиции ОС и отсутствие у Кремля намерений идти на уступки, заявила Апострофу, 11.05 эксперт по вопросам безопасности. Россия, кроме двух террористических армейских корпусов, сформированных в Донецкой и Луганской областях, развернула мощную группировку по границе с Украиной. Там примерно 80 тысяч личного состава, 900 танков, более тысячи артсистем, более 400 установок залпового огня. Россия возобновила три армии задачи которых во времена Холодной войны было создавать напряженность в Европе, заявил обозревателю. 08.05. Министр обороны Украины Степан Полторак. По его мнению, РФ строит мощный рубеж, который можно использовать для начала открытой агрессии против Украины. На сегодня, по данным разведки, в России нет группировки способный провести полномасштабную агрессию против Украины, но созданная инфраструктура дает возможность нарастить военный ресурс в период от двух недель до двух месяцев, в основном силами западного и южных военных округов. Комментируя решение постоянного Третейского суда арбитража в Гаге, обязавшим Россию выплатить компенсацию по иску 18 украинских компаний и одного физического лица, эксперт апострофа. 10.05, отмечает, что Россия, скорее всего, выплатит украинским компаниям компенсации за утрату активов в оккупированном Крыму в соответствии с решением арбитража в Гаге, однако сделает это тайно, чтобы не признавать факт выплат. Решение Трампа о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана позволяет ситуации развиваться в противоположном желаемому направлении до крайнего обострения что в конечном итоге должно привести к положительному для США результату, возвращению Ирана за стол переговоров со значительно ослабленными позициями, пишет сегодня, 10.05. Это, если внимательно присмотреться, классический прием Трампа, выбить соперника из зоны комфорта и сыграть с ним по новым правилам. Северная Корея на правильном пути. Делегация Китая находится на торговых переговорах в Вашингтоне. Настала очередь Ирана. В случае успеха догадайтесь, кто будет следующим. Москва. Я удивляюсь, пишет эксперт нового времени. 11.05 что почти никто из экспертов не указал на тот факт, что решение Трампа избавиться от международной ядерной сделки с Ираном серьезно играет в пользу внешним интересам России. Большинство разговоров на эту тему в США крутились вокруг вопроса о том, соглашения или санкции были наиболее эффективным рычагом сдерживания ядерной программы Ирана.